Всем привет, дорогие друзья, с вами Аришнев, и со мной сегодня Вильям Бруно, вон он там на лодочке плавает. Да-да-да-да-да, ребята, привет, и сегодня будет один из самых мифических роликов, потому что по одной секретной информации нам сказали, что на вот этом вот острове, а знаете, что обитает? Одно очень легендарное существо, которое практически никогда не встречали в реальной жизни. Но сегодня мы его обещаем вам найти. И я сейчас говорю о горке Хаги-Ваги. Да, ребят, вот мы уже подплыли к этому острову, поэтому давай припаркуем свои лодочки и пойдем его искать. Оба, остров здесь, как вы могли заметить, очень большой, и нам придется его весь полностью прошерстить, чтобы найти горку Хаги-Ваги. И, ребят, если вам нравятся ролики по Майнкрафту, где я и Бруныч, то обязательно прямо сейчас ставь лайк и подписывайся на тут летсплей, потому что... Да-да-да-да-да, прям сейчас, да-да-да, ставь лайкусик обязательно, и подписочку не забудь, это очень важно, очень-очень. Ладно, пойдем, давай пойдем вглубь этого острова, прям в самый лес, потому что именно там, скорее всего, и обитает эта горка Хаги-Ваги. И попрошу тебя, Бруно, если что, не путать это с SCP-горкой. Они родственники вообще, вот, горка Хаги-Ваги? И SCP-горка. Или они вообще разные? Это вообще абсолютно две разные горки. Горка SCP это одна, а горка Хаги-Ваги это совершенно другое. Главное с нее скатиться, и мы тогда попадем в портал, в мир Хаги-Ваги. Ты понимаешь, и сможем там подснять абсолютно все, что угодно. Я думал, мы сегодня просто по острову погуляем, а ты говоришь, мы сегодня прям в горку попадем, в портал. И в другое измерение! Да-да-да-да-да-да-да. Сейчас надо постараться подняться повыше, чтобы... А, во-во-во-во-во! Я уже вижу издалека, ребята, посмотрите! Вот видите, на ней даже написано Хаги-Ваги! Я с другой стороны попробую подойти, чтобы лицо рассмотреть! Будь осторожным, потому что это не просто горка, она вполне себе живая и функционирует. И стоит просто, ребята, посреди этого леса. Это просто ужас какой-то. Давай, заходи с двух сторон, сейчас попробуем на ней скатиться. Я в траве тут. Она прямо на тебя смотрит, Бруно, будь осторожным. Давай я буду ее отвлекать, а ты в это время запрыгнешь в нее. Ну давай, попробуй. Надеюсь, она на тебя не побежит. Эй! Эй, горка! Горка! Эй, видишь меня? Это я, да! Артём, давай, прыгай, прыгай! Эй, горка, я тут! Горка, горка, горка! Я аккуратно подхожу, она на тебя никак не реагирует. Возможно... Ой, она что-то пропала. Ты видел, она моргнула? Нет, не видел. Я не знаю, возможно, Бруныч, она спит, поэтому она... никак на нас не реагирует. Возможно, реально спит. А, Артём, как думаешь, сразу туда прыгаем? Или не сразу? Ой-ой-ой, она двигается! Бруныч, она двигается! Все, я в кустиках тут! Она, кажется, живая! Так, сейчас попробую в нее запрыгнуть! Артём! Артём! Ребята, Артём прыгнул только что в эту горку Хаги-Ваги и исчез! Но я сейчас отправлюсь за ним! Смотри, Бруно, мы попали, кажись, в пещеру Хаги-Ваги. Офигеть, реально, смотри, тут даже местами эта пещера такая пушистая и приятная. Давай, обязательно с собой возьмем факелы, потому что здесь, скорее всего, очень темно. И попробуем пробраться через эту пещеру. Главное, не встретить самого Хаги-Ваги, а то он нас съест. Да-да-да, все, я взял. Хорошо, что еду с собой прихватил, а то мало ли мы сегодня не вернемся домой. Как нам эти решетки просто сломать, или нужно найти какой-то другой проход? Так, слушай, мне кажется, можно вот так вот сделать, а? Видал? Нифига ты какой паркурист. Да-да-да, я вообще умею трюки делать в паркуре. Сейчас, Бруноч, как ты попробуй. Опа! О, слушай, получилось. Слушай, Артём, мне кажется, тут чуть-чуть небезопасно. Смотри, кого я тут встретил. Во-во-во. Смотри, вот тот вот на камне. Да слушай, Бруно, это обычный паучок, он же тебя не трогает, вот и ты его не трогай. Нужно дальше проходить. О, смотри. Тихо, тихо, тихо,
Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там только что Хаги-Ваги был. Да-да-да. Мне кажется или нет, он просто стоит и смотрит на эту елку. Может, это просто игрушка Хаги-Ваги, а не настоящий Хаги-Ваги, а? Слушай, я не знаю, но выглядит это очень стрёмно. Вроде бы он не двигается и просто стоит. Я не могу понять, это просто статуя или живой Хаги-Ваги. Эй! Эй! Хаги! Хаги-Ваги! Слушай, он вообще не реагирует. Мне кажется, он, ну, типа просто статуя. Блин, а елка здесь стоит, кажись, не просто так, потому что скоро, Бруныч, будет Новый год, понимаешь? Новый год? Да. Это что такое? Бруно, Новый год это обнуление текущего года, когда забываешь все обиды и запоминаешь только самое хорошее, это все знают. А еще в Новый год дарят подарки. Подарки? И ты мне тоже подаришь подарок какой-то? Да я-то тебе подарю, но самое главное, прикол в чем, что ты можешь, например, у наших зрителей попросить какой-нибудь подарок. Ну вот, что ты хочешь больше всего на свете? Слушай, я бы хотел... золотую кнопку с канала Тут Летсплей, а для этого нужен 1 000 000 подписчиков. Слушай, ну честно, Тут Летсплеях около 600 тысяч подписчиков, до 1 000 000 еще очень далеко. Но, наверное, в принципе, если ты попросишь, то, я думаю, подписчики пойдут к тебе навстречу. И, ребята, вы действительно можете мне подарить подписку в честь Нового года? Если это так, то я просто невероятно счастлив буду, если вы реально подпишетесь на Тут Летсплея. Слушай, Бруно, посмотри туда, в туннель. Слушай, я не хочу оборачиваться. Это настоящий Хаги-Ваги, он же перемещается. А, он пропал из своей этой подложки. Да смотри, где он стоит там, около скелета. Надеюсь, он прямо сейчас на нас не побежит. Хаги-Ваги, Бруно, сваливаем. Бегу. Давай, Артём. Артём, ты где? Да, Бруно, ты в другую сторону побежал. Я побежал направо, а ты налево. Мы встретились. Да. Вот сюда пойдем. Ты видел вообще этого Хаги-Ваги? Он был максимально к нам близко. Конечно, видел. Блин, тут дальше пропасти никак не пройти. Бруно, это не пропасть, это паркур. Я уверен, что мы сможем его пройти. Ладно, так давай попробуем. Давай бегом, пока Хаги-Ваги не прошел через этот туннель, потому что если он нас найдет, то мы на его территории. Он нас без проблем сможет вырубить. Так, давай, Бруно, пробирайся, только осторожно. Ребята, на шифте буду пытаться пройти. Вроде бы паркур несложный, и пока что у меня все более-менее выходит. Так... Во-во-во-во, получилось, Бруно, я прошел. Так, там разгончики на лестницу. Прям разгончик и прыгать, да? Во-во-во, видел, у меня даже не на лестницу, я смог сразу на блок запрыгнуть. Слушай, не, ну ты вообще круто сейчас поступил. Ребята, я, если честно, хоть паркур в Майнкрафте не очень сильно люблю, потому что у меня очень редко получается. Но в этот раз что-то очень как-то легко все дается. Опа! Давай, пойдем дальше. Так. Опа! Во-во-во-во, блин, ребят, капец. Вы-то, Бруно, ты это видел, как я прыгнул, да? Да, вообще красота. Слушай, а там еще можно в другую сторону, кстати, пойти. Вот можно там налево пойти. Слушай, я, пожалуй, лучше по проверенному пути пойду, как ты проходишь. Потому что, страшно не по проверенным дорожкам-то идти. Так, так, Бруныч, я, кстати, помню, у нас ролик есть на Тут Летсплеях, где мы в огромной башне с кучей просто подписчиков проходили паркуры. Кто первый его, типа, прошел, тому мы сигну давали, помнишь? Да, помню. Поэтому, ребят, если хотите больше роликов с подписчиками в Майнкрафте, например, то обязательно напишите об этом в комментариях, потому что обычно, когда мы звали подписчиков, никто не приходил. Такое было не один раз. Обещали прийти, никто не пришел. Так... Слушай, Артём, тут какая-то кнопка. Опа! Артём, там блок железный появился, видишь? Реально, Бруно! Вон он, какой железный этот блок. Попробуй на него прыгнуть, наверное, с помощью него ты и пройдешь паркур. Слушай, вообще так и есть, но для этого нужно вернуться назад. Ну, помнишь, я говорил про дорогу налево, вот как раз самое время туда сходить. Ребята, сейчас попробуем прыгнуть на этот блок.
Бруныч, капец, я чуть в эту лаву не провалился. Ага, там очень много лавы, и она очень горячая. Ребята, смотрите, я прям на мизинчике стою на этом блоке. Так, ладно, главное, что на шифте. Так, 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 во-во-во, прошел. Так, теперь, как я понимаю, нужно вот сюда прыгнуть и, видимо, вот на этот блок. Да, о, ребята, капец, получилось. Сейчас попробуем. Так, кайф. Бруно, нас не должен достать Хаги-Ваги. Так. Во-во-во-во. Блин, ребята, у меня впервые в жизни получается так хорошо проходить паркур. Здесь тоже есть какая-то кнопочка. Ну-ка. Опа. Слушай, как бы это печально не звучало, но появился железный блок, но с другой стороны. Я понял. Нужно было, чтобы мы шли по разные стороны, и каждый нажал друг другу кнопочку, понял? А если вот туда дальше попробовать пойти, то думаешь, не пройду, что ли? Тут вот я вижу, тут есть блок, потом вот туда можно прыгнуть, а потом туда. Слушай, мне кажется, по-любому нужно мне идти туда-обратно и типа помогать друг другу. Ладно, иди. Так, ребят, сейчас попробую. Кова! Во-во-во-во, видите, прыгнул. Блин, ну сюда не допрыгнуть, сюда тоже. И вот этот вот, он слишком далеко. Так, все, Артем, я на месте. Так, Бруно, жми кнопку, здесь должен появиться какой-то блок. Нажал. Бруно, тут лестница появилась. Так, сейчас попробую до нее допрыгнуть. Все, да-да-да-да-да, во-во, видишь, куда я уже забрался. Хо-хо! Ребята, это просто капец. На одном блоке стоять, когда под тобой столько тонн лавы. Ладно, так, видимо, нужно на вот этот вот прыгнуть. Это, конечно, уже очень опасно, но я попробую взять разгончик и... Опа! О, Бруно, получилось! Я не уверен, что я допрыгну до этого блока. Допрыгай. Так, сейчас попробую сюда. Опа! Во, вышло! Ребята, блин, это невероятно, что я прошел паркур из первого раза. Так, вот, видимо, здесь нужно прыгнуть. Бруно, стой там! Стою, да. Мы как-нибудь придумаем, как тебя вытащить, окей? Да. Слушай, я постараюсь не нервничать, но чуть-чуть нервно, если честно. Да! Во. Может быть, как-нибудь до лианы допрыгнуть? С разгончика. Мне бы вот здесь бы лиану. Вот, может, подождем, пока она отрастет? Слушай, Артем, думаешь, вариант вообще на лиану прыгать, да? Да вариант. Прыгать, другого выхода нет. Либо впасть Хаги-Ваги, либо на лиану. Пошел, есть. Молодец, мой. Давай 5. Да. Ой. Ой. Слушай, Артем, ну ты так больше не это. Все, сорян. Так, ребята, пойдемте. Проходим дальше по этой пещере. Слушай, тут на тупик все похоже. Здесь нету выхода никакого, понял? Слушай, Артем, выход всегда есть. Всегда есть выход. И сегодня мы его тоже найдем. Ты видишь, чем эта комната отличается от других, а? Да я не знаю, для меня эта комната как... комната. Это просто самый обычный тупик. Посмотри под ноги, дурачок. Тут все в кнопках. Бруно, это просто камни какие-то. Не-не-не-не-не. Вот, смотри, это все кнопки. Только они не работают. Слушай, так давай на каждую потыкаем. Наверняка это какой-то механизм активирует. Давай, попробуем. Так, тыкай на кнопки, тыкай. Ну-ка, давай. Так, тыкай сейчас. Ой, моя кнопка открыла двери. Нифига, ребята. Ой, закрыла. Артем, открой сейчас же. Так, какую ты кнопку там нажимал? Какую кнопку? Ты вообще, это ты какую-то нажал. Я просто хотел себе все эти почести забрать. Так, ребята, блин. Так, вот эта кнопка не открыла. Да я вообще не знаю, на какую кнопку, блин, жать. Тут скелет. Тихо. Так. Артем! Во! Это вот так кнопка за камнем была. Так, да, тут скелет и какой-то меч. Чё ты меч-то не взял? Да слушай, ну, негоже брать чужое, как бы. С помощью этого меча мы хотя бы какое-то противостояние сможем оказать Хаги-Ваги. Слушай, у меня только одна мысль на этот счет. Значит, мы не первые, кто попали в горку Хаги-Ваги. И этот парень явно не выжил. Да у нас-то с тобой все получится. Ну да, у нас меч есть, да. Тут какой-то лабиринт. Давай пойдем в разные стороны, чтобы быть наиболее продуктивными. Бруно, вот благодаря этому мечу я могу ломать эту паутину и в ней не застревать. Тогда это... Я с тобой буду ходить. Ой, смотри, тут кого-то приковали. И, видимо, и мучили в этом лабиринте, понимаешь? Может, это он сам приковался? Мало ли, разные люди бывают. Ладно, пойдем. Ну, тут должен 100% быть где-то выход.
Как тогда с... Блин, опять скелет. Как тогда с кнопками, помнишь? Артём, Артём, там что-то есть. Так. Табличка. Требуется ключ. А, поставить его, наверное, вот сюда надо. Так, видимо, в этом лабиринте где-то есть какой-то ключ. Мы должны его найти и принести сюда. Ты где? Ой, я тебя чуть не потерял. Так, 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 так. Бруно, я вижу какой-то лабиринтик. Так мы и так в лабиринте, ты чё? Ой, ой, паркур, 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 то есть. А! Опа, во-во-во, получилось, получилось. Так. Опа! Ща-ща. Во, Артём, смотри, тут рычаг в сундуке. А, видимо, рычаг это и есть ключ. Мы должны его туда поставить и активировать механизм, чтобы дальше пройти. Так, ну пойдем тогда обратно, пойдем. Ты рычаг-то взял? Да, конечно, взял, он у меня в руках, ты чё? Так, 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 давай назад, 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 назад. Вот, ребята, я понять не могу, кто вообще строит эти лабиринты. Здесь же фиг разберешься. Сейчас все найдем. Ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща. Во-во-во-во-во, Бруныч, нашел, есть, нашел. Да-да-да, вот тут вот, вот тут вот. Нажимаю, нажимаю. Во-во-во-во-во-во-во-во. Ребята, офигеть. Молодец, Бруныч. Смотри, это шерсть Хаги-Ваги здесь расклеена. Есть какая-то записка. Вы должны зайти в разные комнаты. Так, тут так и написано, что мы должны зайти в разные комнаты. Посмотри. Читай, вы должны зайти в разные комнаты. Слушай, подтверждай эту информацию. Слушай, тут вот с этой стороны можно пройти, а можно пройти вот с этой стороны. Слушай, Артём, 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 помнишь тех двух типов, которые там были в виде скелетов ранее, а? Ну, они же были в разных местах. Да, да, да. Тебе это ничто не напоминает, а? Ну а что нам делать, Бруно? Там сзади Хаги-Ваги. А это хотя бы хоть какой-то шанс выбраться из этого потустороннего мира Хаги-Ваги. Ладно. Так, тут какой-то рычаг. Слушай, у меня тоже тут рычаг есть. Видимо, их нужно нажать одновременно. Так, ладно. Раз, два... Три! Блин, дверь закрылась! Я теперь назад не могу попасть! А у меня тоже закрылось! Я вообще заперт в этой комнате! О, у меня проход открылся какой-то куда-то в бездну! Слушай, у меня вообще все заперто! Я тут закрыт навсегда! Давай попробуем прыгнуть в эту бездну! Бруно, я попал в какой-то колодец! Нет! Артём, нет! Ребята, там Артём вообще в какую-то опасность попал. Я хотя бы просто в замкнутом пространстве. Артём в колодце сейчас. И нужно его как-то спасать. Я обязательно это сделаю. Ну а пока что, тыкайте на вот этот видосик. И смотрите видик, кайфуйте. Новый летсплей, тут летсплей. Самый офигенный видик на ютубе. Тыкай прям сюда, давай, тыкай. Тыкай сюда, давай. Пяу.